Ирина Лизунова из поселка Володарского 27 ноября в третий раз стала мамой долгожданной дочки. Рожала вертикально, как и двоих старших сыновей. Врачи здесь и акушеры все замечательные. И переживала, главное, чтобы попасть сюда. Все отлично. В Видновском перинатальном центре вертикальные роды становятся все более востребованными среди будущих мам. При данном методе женщина сама выбирает удобное положение тела, а сделать процесс более комфортным помогают специальные стулья. Стулья, которые мы применяем в процессе проведения родов, мы проводим, у нас 85% родов в Видновском перинатальном центре идет вертикальные. Вертикальные роды, это мы подразумеваем, наиболее естественные, наиболее мягкие, устраняется всякое вмешательство с персонала. Два стула для вертикальных родов подарили персоналу и пациенткам Видновского перинатального центра предприниматели и депутаты Ленинского городского округа. Это пожелание сотрудников. Мы давно общаемся, мы поддерживаем отношения. Мне очень приятно видеть сегодня, в такой день, праздник матери, мамы, свою любимую Майю Раджеповну, которая принимала моих внучек на свет. Господи, спасибо ей большое, спасибо всем за этот труд, за это счастье. Акушер-гинеколог с 45-летним стажем работы Майя Бердыева отмечает, что самое главное – создать условия, чтобы женщина во время родов чувствовала себя безопасно и комфортно. Когда хожу на обходы, и иногда девчонки, вот, которые родившие, спрашивают, ну как столько лет можно? Вот вы же видите, как мы, вот мы иногда неадекватны. Я говорю, девочки, когда с вами все замечательно, когда видишь ваших деток, и когда я вам что-то рассказываю, а они чихают и подтверждают, что я говорю правильно, а вы радуетесь, это дорогого стоит. Также перинатальный центр получил в подарок музыкальные колонки. Некоторым пациенткам любимые композиции помогают расслабиться и справиться со стрессом. Я хочу выразить большую благодарность и признательность тем спонсорским подаркам, которые мы получили. Мы стараемся максимально улучшить комфорт и пребывание наших молодых мамочек в нашем отделении. Каждый год в Видновском перинатальном центре рождаются свыше 6 тысяч малышей. И это один из лучших показателей в Подмосковье. Будущие мамы выбирают это учреждение здравоохранения, ведь здесь отдают предпочтение мягким родам, когда процесс проходит более естественно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.